Закончили клеить первый слой в дверях на автомобиле Kia Ceed. Тут у нас задняя дверь. Проклеили все сплошным слоем. Такой глухой звук. Также проклеили первым слоем передние двери. Ну, заканчиваем клеить крышу. Видите, первый слой прокатали вибропластом. И приступили наносить шумопоглотитель. Сейчас приклеим две полоски и приступаем клеить пол в салоне.